Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Забираем свои ежедневные награды, $100. Итого у нас 526. И выполненные задания тоже с тобой закрываем. Дальше, отправляемся на кого? На Шреддера, конечно же, на Шреддера. Будем сейчас дальше его прокачивать по навыкам. Значит так, здесь на... Ой, как много чего здесь нужно, но... Слушай, давай-ка я, наверное, вот этот все-таки прокачаю в первую очередь, да? Супер удар. И начнем мы с видеомагнитофонов, потому что их проще всего найти. Ну, ты видишь, да? Один уже в кармане есть. Тут же второй прикатил. Давай третий. Нет, нам дают портрет короля. Так, здесь дают мутаген. Вот, еще один видеомагнитофон. Слушай, солидно идет. Очень даже. Смотри-ка. Я даже сам не ожидал, что... Настолько быстро и легко мы с тобой будем их искать. Так, секунду, сколько у нас там еще нужно-то? А то я... Три штуки. Так, понятно. Раз. Дальше у нас два. И последний, будьте добры. Последний, говорю, видеомагнитофон мне дайте. Все, мы, по-моему, задание с тобой выполнили, да? И магнитофончики эти нашли. Забираем награды. Значит так, нам нужно поднять уровень персонажа. И, в принципе, все, уровень персонажа. Мутагена у нас не так много с тобой, 7255. Поэтому нам придется кого-нибудь из легеньких. Ну-ка, хватит нам на Шреддера. О, как раз, друзья мои, 60 уровень он получает. И я очень, кстати, этим доволен. Дальше. В магазине открываем с тобой бесплатную колодочку. Так, что нам там выпадет? Ага, Леонардо. 1000 лет он, кстати, мне не попадался. Именно в ДНК, чтобы вот так вот из пака его достать. Ну что, в магазине все тихо. Так, вот давай-ка глянем по предметам. Угу, здесь ничего приобрести не можем. По жетонам все понятно, и здесь тоже все понятно. $561. Ну-ка, сколько у нас стоит с тобой откатики? Соточка, да? Соточку я, пожалуй, и приобрету. 145 телепортов. Ну что, друзья мои, что мы сегодня будем делать с вами? По-моему, испытаний никаких нету. Да, через 2 дня только будет, потому что сегодня среда. А здесь мы с тобой все, что могли, прошли. Кстати, давай-ка пофармим. Давай-ка пофармим. Да иди ты. Какие серебряные осколки? Ну, вот, видишь, Рафаэль ролевой. Кружка. Зачем она мне? О, Донателло. Тоже ролевой, ребята. Так, ну здесь уже шанс, конечно, маловато, да, вытащить либо Рафаэля, ой, какой Рафаэль, конечно же, Микеланджело, либо 3 ДНК на коже головы, всего лишь 2 попытки. Нет, ну мы можем с тобой, знаешь, как сделать? Перейти сюда и здесь попробовать вытянуть. Но тут коже... Не, давай все-таки здесь, а? Да, попробуем. Радарные маяки, спасибо тебе большое. Да чтоб вас разорвало на 1000 мелочевовских кусочков. Не дали, надо было все-таки там, наверное, фармить. Ну что, друзья мои, у нас и здесь, кстати, Рафаэль ролевой разыгрывается. Погнали с тобой быстренько на арену. Как ты видишь, я нахожусь в Лиге Сёгунов. Ранг у меня 50-й. Меня опять скинули, сбросили эти паршивцы. И у меня нет слов. У меня нет слов, как я хочу вернуться обратно. И мы с тобой попробуем. У нас в данный момент 28 откатов. 28 сладких откатов, ребята. Будем играть с 50-ми уровнями. Но на всякий случай я возьму перестраховщика. Это будет у меня Шреддер. Давай-ка посмотрим, как мы с тобой зарулим. Серия, конечно, получится сегодня короткая. Чисто ареночка. Ну, да ничего страшного. Еще сегодня попробую, ребята. Попробую выложить... Драконы-всадники Олуха. Тыч. Ты смотри-ка, какой жук, а. Ну ты совсем... В плане, Шреддер, ты... Ты не смог забомбить 61 уровня Микеланджело. Да, друзья мои, кто-то сказал, что он имба. Посмотри мне в глаза и скажи. Это же, судя по тому, как он сейчас провел бой именно с Майки. Он его даже не коснулся. Он как будто просто показал свое мастерство просто перед глазами у него. Но не нанес ему урона. Здоровски просто. Ладно, друзья мои, шуткуем. Ну, мы с тобой двигаемся дальше. И здесь у нас есть Ярославчик. Давай, Ярослав, будем пока с вами играть одним Леонардо. Чтобы, ну, как больше отыграть
персонажей. Давай-ка я возьму, наверное, еще вот 47-45 уровень. И на всякий случай для подстраховки возьмем с тобой здесь тигриного когтя. Я надеюсь, он-то меня не посрамит. Хотя тут Шредер у него есть, и он может... Знаешь, да, что сделать? Он может хильнуть всю пати. Если, конечно, сейчас не упадет. Нет, к радости к нашему он ничего не хильнет. И эти тоже ребятушки должны упасть. Хе-хе. Слушай, ну Шархан меня не подводит. Не подводит, и все здесь, ребят. Он красавчик. Его массовая атака, плюс еще мало того, что он наносит урон, он еще снижает броню. Как бы такой существенный бонус, да, идет. Ну что, в Лигу Мастеров там мы когда с тобой попадем? После этого боя или еще надо будет сражаться, а? Рики, Димка и Кристиан. Здесь я, наверное, возьму Рики. Ну что греха таить, ребят, он самый ватный. По хпшкам, кубки те же самые. И разберем, я думаю, мы его вообще здесь без каких-либо проблем. Потому что, хотя здесь майки есть, 67 уровень. Слушай, мы не будем, наверное, здесь испытывать судьбу. Я сделаю вот так вот. Сыграем с тобой специально через Зека, потому что Зек бросит бомбочку. Все прекрасно это знают. Он даже, по-моему, бросит ее быстрее, чем Леонардо сделает свой ход. Угу. Надеемся на замедляху. Отлично, замедление прокатило, и Леонардо должен всех тут зашинковать. Стоп, стоп. Это что за фокусы? Нам нужен вот этот вот кабанчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас будет бобо кому-то. Так, тихо-тихо, ребятулечки, тихонько-тихонько. Этот пока на замедляхе. Попробую еще разок. Ай. Рискуем, ребята, рискуем. Есть, а этого... Ой, мне прям камень сейчас упал, извините меня, с груди. Я так переживал, ё-моё. Мне же дыхание сперло. Думал, сейчас как звезданет, кто-нибудь сейчас вырвется и все. Слушай, ну это был очень серьезный риск. Что-то мне перехотелось так рисковать, если честно, ребята. Он бы не оправдался бы никакими бы словами. Сколько я уже буду себя за это корить. Так, давай-ка мы возьмем с тобой, наверное, Элвина. Так, Леонардо, возвращайся, будь добр. Так, Крис Брэдфорд, вот все как неугомонный. Все хочет куда-то вперед, в бой его несет. Здесь большой риск, ребята, тоже большой риск. Поэтому давай-ка перестрахуемся с помощью Рокзара. Ну, я тебе скажу следующее. Если Ванюша вдруг созреет пошмалять, то никакой Рокзар мне здесь не поможет, поверь. Никакой Рокзар, слава богу, он упал. Слава богу. Так, здесь я, наверное, все-таки возьму провокацию. Ну, не забывай, что Рокл может сделать массовую атаку, но он не стал. Не стал этого делать, так что все четенько, друзья мои. Нет, парень, тут уже все. Тут уже ваше счастье, так сказать, пролетело. Рокл, падай. И Бибоп должен упасть. Все, друзья мои. Замечательно. Многие просили показать вот эту вот новую игру, да? Ниндзя черепашки Madness, как она там называется. Я вроде бы хотел, потом что-то забыл про нее. Если успеем, ребята, по времени, то, возможно, сегодня сделаю. Сегодня сделаю, а видосики, скорее всего, выложу завтра, потому что уже вечер, 9 часов вечера. Надо ложиться спать завтра, потому что на работу, ну и вы сами понимаете. Скорее всего, это будет утром. Если я успею выложить, так что, ребятушки, смотрите там и наслаждайтесь. Ну и, естественно, пишите свое мнение, комментарии и все тому подобное. Так, давай-ка мы, наверное, будем уже отыгрывать все-таки вот эти вот уровни наши, да? 50-е. А то я боюсь, мы так с тобой сейчас отыграем всех наших топчиков, а останется-то кто? Да никто. Мы будем потом с тобой опять локти кусать, где мои бойцы, где мои эти... Не знаю, ребят, сегодня попробуем, наверное, пройти до Лиги Мастеров 2 звезды, ранг 50-й. Ну, так вот я хочу. А вот получится или нет, я не знаю. Хотя у нас еще с тобой 3 дня впереди, да? Если сегодня у нас среда, четверг, пятница, суббота. Ой, да еще и воскресенье, половинка дня. Ой, понедельника. Нет, нет, успеем. Успеем с тобой выйти в топчик. И, соответственно, получим с тобой полностью всю награду на Рафаэле Видение. Нам его нужно будет прокачивать с тобой. О, как раз не хватает там немножко, чтобы его перевести в золотой ранг. Ну что же, 71-я позиция. Уже интересненько, но нужно добраться все-таки до Лиги Мастеров 2 звезды. Так, что-то у нас как-то все хиленько идет. Так, здесь 16-22. И возьмем с тобой опять же Элвина. Хотя можно было бы и Богдана взять.
Ну, возьму Элвина, возьму сюда Тимати. Элвин, Тимати, что-то как-то не то, да? Согласись. В общем, смотри, какая фишка сейчас будет. Если Эйприл, хотя я не должен позволить ей хильнуться. Сейчас будем с собой делать массовую атаку от Лео. И, скорее всего, Тимати пойдет бомбить, если... Ну да, он пойдет у меня бомбить. Хотя провокация... О, нет, 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 нет. Тихо. Да чтоб тебя, паршивец ты, стрелок ворошиловский, я... Поганец он, вот кто, ребята. Просто поганец, погань. Вот, вот его кто-нибудь об этом просил, чтобы он так делал? Так, тот рокнул еще, надо его казнить. В плане? Да хорош. Ну, а так, если... Ну, ну... Ну все, ребята. Обалденно я сыграл, если честно. Просто обалденно. Мне слов нету. Мне просто до психоза доведет она скоро, а? Какого хрена? Ну, да я тоже молодец взял. Нашел кого взять. Тимати. В провокаторы. Да. Зашибись. Да он в любом бы случае не выжил бы, друзья мои. Потому что здесь слишком много массовиков. Начиная, блин, от Микеланджело, да, и там остальными заканчивая. Ну, видишь, спешишь. Хочешь как лучше, хочешь как быстрее. И не зря я тебе сказал, что надо отыгрывать полтинники. Надо было брать, блин, железноголового, и все. И у нас бы здесь была бы идеальная победа. Он бы встал в стойку, потом бы бросил бы свои ракеты. И все, а так, ты видишь, мы с тобой потеряли одного, другого. Третьего расстреляли, там бомбанули. Жестко, конечно, здесь со мной, как говорится, поступили. Ну что, Игорь, вот как раз ты вот подходящую стоечку принял здесь. Буду тебя бомбить сейчас. Напыщенный ты, Игорек. Еще и майку-то надел, ё-моё, или рубашка, что там ты напялил на себе. Непонятные какие-то тряпки, короче. Ой, ребята, это я просто злой очень, что вот так вот получилось. А что, вот так вот разбомбили? Причем ни за что, понимаешь? Вообще ни за что. Взял на свою голову тоже. Вот, надо было брать железноголового. И все, ребята, никаких проблем бы вообще не было. Потому что Леонардо ходит. Этот сделает дебаф. Сможет броню снизить, да, плюс... Ага! Ага, тихо, блин! Стопы, ребята, ну что это за дела такие, а? Он бы сейчас обязательно бы с удовольствием бы бомбанул бы, поверь мне, именно по... Хану. Просто мы успели провокацию с тобой взять вовремя. Нате тебе. И добивочный. О, Хан, ну ты молодец. Ты красавчик, ты хотя бы выжил. В отличие от остальных, которые полегли в предыдущем бою. Ну там, конечно, шансов не было. Тимати это не боец. Это так, вата. Груша для тренировки приемов, да, скажем так. Ну что ж, давай посмотрим. А здесь у нас... Во! О, какой довольный, позитивный парень. Джош. Джош, ты не жжешь, надеюсь, а? А что будет, если я тебе сейчас накумарю, а? Джош. Что ты скажешь по этому поводу? Я бы, конечно, мог бы взять здесь Усаги. И тогда бы всем, всем был бы крынтец. Но я хочу, ребят, с ним немножко... повеселиться, да, поиграть. Сейчас мое веселье, чувствую, кончится для нас очень плохо. Так, что, опять ты? Слушай, опять ты, а? Ё-моё, нет, ребят, ну... Ну вот, вот тебе и результат. Сыграли, конечно, они хорошо в пати, да? Слэш, какого фига вот слэш сходил? Ну, понимаешь, он слабее меня по уровню, да? По идее, по большому счету, должен быть все равно сходить Бакстер Стокман. Но ведь нет, нифига. Почему-то его на Иголодранце, слэш 73 уровня, сходил быстрее, чем мой, извини меня, Бакстер Стокман. Как вот ты мне это объяснишь? Вот и я не знаю как. Инициатива у него большая. С какого, блин, перепуга? На 10 уровней слабее меня, у него инициатива больше. Джулия или Юлия? Джулия. Нет, тут Джуя. Джия. Алексей будет, короче, ё-моё. Джия, Джуя всякие, Юлии, Шминдюлии. Берем с тобой вот так вот. Раз, два, я не хочу еще рисковать. Давай-ка я возьму здесь на всякий случай. Ту-ту-ту-ту-ту. Змейка Вьюна. Змейк. Ах, тут майки. Я только сейчас увидел, ребят, там Микеланджело, блин, со своим уклонением 100% будет делать.
как пить дать. Еще и Бакстерстоп. Тут что-то команда какая-то у него супер-пуперская, если честно. Так, минус один, Хламон. Давай-ка того второго, там Лео. А Лео, наверное, будет сейчас делать супер-удар, да? Успеет? Вряд ли. Вряд ли этот парнишка что-то успеет. Блин. Иногда команда, на которую вообще мало всего надежды, да, и шансов, что она выиграет, она почему-то побеждает. Это, может быть, они какие-то там провидцы видят мои мысли и говорят: а, сейчас Рэй будет так ходить, а мы вот ему, оп, из-под тишка, и вот так сделаем. Вот я больше не знаю, как еще можно здесь сказать, предугадать. Ну что, Лео, давай, иди. Стоит там, лыбится мне. Так, Лео... Мондогека, конечно же, это вата, поэтому перестрахуемся с помощью карайки. Вот Микеланджело, вот этот вот, да? Хорош, хорош, у него есть уклонение, у него есть лечение. Но плохо тем, что нету ни одной массовой серьезной атаки. Понимаешь? Ну нету. Вся надежда тут на Леонардо, но слава богу, он хоть что-то сделал путевое. И карайка, ну, в плане, все. Все, ребят, сейчас... Сейчас начнется разнос. Бросим, конечно, баллончик. Заблокировали. Пумс. А, даже как. Слушай, может быть, хватит, они защиту себе еще влепили. Так, ну это, конечно, беспонтовый удар, если честно, хоть и массовый. Кого бы нам вальнуть-то с тобой? По идее, надо начинать с Ванюшеньки. Ну-ка, Ваня, твоя защита сильна, не спорим. Ну, Леонардо нужно в первую очередь все-таки. Опа. Так, Ваня, давай попробуем тебя вот так вот просквозить копьем. Да ты серьезно, что ли, а? Так, ускорялку врубим. Кому-то сейчас, по-моему, опять крышка приснится. Нет, крышка приснится, наверное. Стоп, 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 стоп. А если смертельный поцелуй? Стой. Фу, обалдеть. Мондогека выжил, друзья мои. Мондогека выжил. Хоть и, в принципе, небольшая была разница между уровнями, да? Но он выжил, а так он, по идее, как ватник падает у меня все время, постоянно. Куда мы с тобой перемещаемся? Покажите мне, пожалуйста. А на какую позицию? Девятая. Ну что же, Лига Мастеров, две звезды будет у нас в кармане. Но вот насчет 50-го места я почему-то сомневаюсь. А будем честны. Во-первых, у меня очень мало героев остается. Раз, два, три. Нет, 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 Джастин, погоди-ка, родной. Давай-ка я возьму, наверное, сюда Рахзарчика. Потому что там Рафаэль. И нежелательно, чтобы он сделал свою массовую атаку. Причем здесь два Рафаэля. Даже три. Три Рафаэля у него здесь в команде. Неплохо, да? Плюс... Плюс у него этот... Ё-моё, я уже забыл, как увеличать. Доигрался. Крис Брэдфорд, конечно же, ребята. Видимо, я уже все, банить хочу. Ну, правильно, сегодня сколько я снял? 6 или 7 видосиков, ребят. На втором канале сегодня выйдет у нас финальная серия, кстати, по Spiritfarer. Посмотрите, чем все закончилось. И, конечно же, Marvel, да, ребята? Мстители. Очередная серия. Так, что бы мне здесь делать? Ну, наверное, придется вот так вот, в первую очередь, да? Потом пробивной. Пробивной делать будем по Рафаэлю. Так, что с этим? Смерть с небес. Ай. Добивай его, Рафаэль, пожалуйста. Нормуль. Слушай, хорошо, что, да, он не стал ничего, не успел, точнее, сделать, и мы его пробили. Давай посмотрим. Мы сейчас переходим с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Какой ранг? Мне самому интересно знать. Ну, где-нибудь 95-й, наверное. Нет, 95-й мало. 99-й. 95-й мало, ага. Ну что же, Якоб, Джимми и Мазер. Ну, давай возьмем, наверное, Джимми. Возьмем Джимми и будем, ребята, уже кромсать. Просто всех. Налево и направо. И не имеет значения, кто против меня сейчас будет вставать. Мне нужно 50-е место. Все равно вот осадок, вот вроде говорю, вроде как бы заговариваюсь, да, и хочу побыстрее забыть, что два боя мы с тобой здесь сфейлились, а на душе висит это, понимаешь? Тяжким грузом. Обидно, потому что.
Я ведь люблю, ну, не все идеально делать, но, по крайней мере, в игре, чтобы все было четенько, да? Там, где можно выиграть спокойно, без потерь, я фейлюсь. Это как назло. Потому что, может быть, уже столько в нее наиграл, что, знаешь, уже глаз замыливается потихоньку. И там, где надо быть немножко настороже, я почему-то самоуверен, что все у меня там получится. И вот именно из-за этого и страдаю. Ну что же, тогда выбираем с тобой здесь, наверное, кто там, Хамберта? Ну давай Хамберта, фиг с ним. Я смотрю, он любитель там покушать пончики, все дела, да? А может быть, не любитель? Не знаю. Выглядит он, по крайней мере, как любитель сладенького. Так, ну что? Давай, тут у нас... Ну слушай, Усаги и... Как ты знаешь, Леонардо, они сделали свое дело здесь. Я не знаю, какой по инициативе хиллер должен быть здесь, чтобы он успел, например, захилять их всех. Да никто, такого нету. Только Майки, да, Микеланджело может захилять, но у него в команде его нету. Так что двигаемся с тобой дальше. Двигаемся дальше и какое место? Мне главное посмотреть, какое местечко мне дадут. 75-е? Ух ты, 72-й, спасибо. Это вы меня порадовали. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, все-таки Влада. Он послабже, кубки те же. Так что, Влад, будешь ты. Подожди секунду. Раз, два. Нет, этих мы с тобой брать пока не будем. Они пригодятся нам еще на следующие бои. Отыграем мелочевку, да? Тут у нас кто? Микеланджело плюс Кожеголовый и Макмен. Кто-то из подписчиков сказал: Рэй, прокачай Макмена. Да, я тоже об этом думал, с его массовой атакой, плюс у него и так сильные удары, даже обычные, одиночные. Может быть, да, будем прокачивать в ближайшее время. Я бы, честно говоря, бы покачал бы голубя Пита, хоть он и ватный, но он почему-то мне нравится. Помнишь в мультике, когда он прилетел, как они с ним дрались, они думали, что это какой-то очередной мутант, а он доставлял эти письма, ё-моё. Письма счастья. Так, ладно, что у нас тут? А тут у нас Ярослав. Ярослав, которого не видно. Скрытый Ярослав. Так, и давай, наверное, также отыграем с тобой еще кого-нибудь из слабеньких. Вот так вот. И уже на остальные два боя нам надо отыграть будет тех, кто еще там остался. То есть, ну ты понял, нам надо будет еще сделать с тобой два поединка. Так, наяриваем. Усаги тут злюка такой. Блин, вот смотри, вот опять же, ребят, постепенный урон вешается не на всех. Хорошо, что тут уровень не такой сильный, да, и мы их валим. А если бы это был 79-й? А если бы он вообще бы не попал бы, да, и промахнулся бы? Помнишь, сколько у нас было с тобой на высоких уровнях, когда мы дрались? Усаги, Усаги, а Усаги взял и обделался. И все, и Леонардо не вытянул. И куча трупиков лежит рядом. Так что не надо такого себе позволять. Так, давай. И сколько раз я ему говорил, этому Усаги, веди себя нормально. Он меня не слушается. Не хочет слушать просто-напросто. Подставляет меня, одним словом. Сколько сил, как говорится, и энергии, и времени я потратил на его прокачку, а он вот так вот хандрит. Кстати, Усаги мне напоминает нашего Ронина из игры Tower Conquest. Я думаю, что многие согласятся именно с этим, да? Так, ну что, пробьет Лео? Да, Лео пробивает. Лео всех пробил, прошинковал. За кадром, кстати, надо будет еще жетоны набить, потому что там в испытании вроде бы они сегодня есть. С жетонами, ты сам прекрасно знаешь, вообще лютая у нас проблема. Слушай, а мы практически, ребята, с вами добрались до Лиги Мастеров 3 звезды. Да? Да. Все, это значит, у нас с тобой последний бой на сегодня. И пойдем, как говорится, отдыхать. Ну, кто пойдет отдыхать, а кто пойдет играть в драконы всадники Олуха и в ниндзя черепашки Маднес. Ну там, друзья мои, совсем другая боевка, там совсем все по-другому. И к тому же там на узком экране все будет, а не на широком. Так, ну-ка. Шмяк-шмяк. Ну здесь отлично, здесь всех положим. Может быть, Донни выживет, но постепенно урон его добьет. Хотя нет, и так получилось. Я думаю, где-то будет сейчас позиция 20-я. И меня это вполне устраивает. Как раз за рабочий день, я еще завтра перед работой, наверное, встану. Быренько, пока игры будут забрасываться у меня, да? Быренько прошуршу.
И, скорее всего, буду находиться уже в Лиге Мастеров 3 звезды. Если меня, конечно, за ночь не сбросят. Так. Что я еще хотел? Что я хотел вспомнить бы? А, ну я хотел набивать вот эти жетоны. Тут всего 4 эпизода. Это я сделаю за кадром. Так, секунду. Это нам не надо. В магазине никаких обновлений нету. Здесь сколько? 230. А мы с тобой на кого собираем-то? Ага, на майке, да? Вот этого, кстати, можно собрать. Это получается 92 ДНК. 92, еще 8 ДНК. И он получает грейд. По жетонам все очень печально. Все очень плохо. Так, и все, можно, наверное, друзья мои, закругляться. Так, что у нас там по смятению? Ну, я думаю, ребята, еще серии 2-3, наверное, поиграем. И уже на четвертую пойдем. Я как раз за это время успею пройти вот эти испытания. Вот эти вот первоначальные. Потому что, ну, неохота это проходить все. Начнем уже, как говорится, со второго круга, да? Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. 10 боевок я уж как-нибудь осилю. Но вот когда все заново и все одним, как говорится, нахрапом, и тем более, когда еще 9 часов вечера, а тебе еще нужно 2 игры записать, это немножко напрягает. Да, в следующей, не в следующей, а через 2-3 серии мы с тобой обязательно пройдем. И там нафармим оригиналов, да, там же нафармим классику. В общем, все будет хорошо. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.